Всем привет! Вы снова на моем канале Арина Слаймс. И в этом видео я буду покупать сюрпризики вот в таком вот автомате. И он будет почти в каждом видео. И пишите в комментариях, как вам такая идейка с автоматом. Нравится или же нет? Или же может быть в нем что-то исправить и сделать лучше? Пишите. Давайте, первый сюрпризик. Я хочу купить еду. Беру 10 рублей. Засовываем. Нажимаем. И смотрим. О, походу я знаю, что это. О, и это же нам выпали вот такие вот конфетки. Тут нарисован киндер и киткат. Такие вот конфетки. Значит, сейчас посмотрим, что же нам выпадет за конфетка. Так вот. Тут написано что-то. Давайте почитаем. Собери все 7 штук. У нас уже с вами есть... Кажется, 3 конфетки. Пишите в комментариях, кто помнит. Вот. И давайте сейчас посмотрим, что же нам за конфетка сегодня с вами попадется. О, и нам с вами попалась конфетка Nuts. Цельный фундук. И тут от Nestle. Так же, как Викитка от Nestle. Вот. С орешком. Пишите в комментариях, какие ваши самые любимые конфеты. И любите ли вы конфетки с орешками? Я люблю. Они вкусные. Давайте, следующий сюрпризик. Я хочу купить снова еду. Беру денежку 10 рублей и вставляю. Выбираю еда и нажимаю. Открываем. О! Это же пакетик фастфуд. Давайте сейчас посмотрим, что же нам тут с вами попадется. Ой, нам с вами попался вот такой вот пончик. Помните, я тогда у вас спрашивала, что же то за круглое? И это не пицца, это пончик. Давайте сейчас мы его с вами вклеим. Нашли с коллекционером. Вот. Пончик. Приклеиваем. Вот, у нас уже с вами есть картошка фри, гамбургер, пончик и хот-дог. И осталось всего лишь 2 сюрпризика. Надеюсь, что не будет повторочек. И вы тоже надеетесь вместе со мной. Вот. Давайте, и последний на сегодня сюрпризик я хочу купить. Это вопросик, чтобы была интрига. И для меня тоже. Берем денежку 10 рублей, как всегда по традиции. Нажимаем на вопросик и сюда. Открываем. О! У нас с вами попался вот такой вот новенький сюрпризик. Тут написано «Surprise Halloween». Тут нарисованы такие пауки и косточка. О, страшно вам уже стало? Давайте сейчас посмотрим, что же тут попадется. Надеюсь, что не страшное. Вот, и нас у меня попадается вот такое вот привидение. Все, больше тут ничего нету. Такое вот привидение белого цвета. И в следующем видео, когда я буду распаковывать вот такой вот сюрпризик, я его вклею в лист коллекционера. Так что жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Как это видео набирает 9 лайков, тогда я выпущу новое видео для вас. Всем пока-пока!